Иное измерение русской культуры. Летнее чтение. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Автобиография Семена Яковлевича Надсона. Вступительное примечание Семена Афанасьевича Венгерова. Автобиография покойного поэта относится к концу 1884 года. Семен Яковлевич доставил ее нам как материал для задуманной нами тогда истории новейшей русской литературы. Некоторые подробности в автобиографии, например, история рода, являются ответом на прямо ему поставленные нами вопросы. Семен Афанасьевич Венгеров. Начнем сначала, если это для кого-нибудь интересно. История моего рода до моего появления на свет для меня область очень малоизвестная. Подозреваю, что мой прадед или прапрадед был еврей. Деда и отца помню очень мало. Мать происхождения русского из рода Мамонтовых, которые, в свою очередь, ведут свое происхождение от некоего легендарного хана Мамута, татарина. Так как я своего рода не знаю, то не знаю также, были ли в нем люди чем-либо замечательные. Слышал только, что отец мой, надворный советник Яков Семенович Надсон, очень любил пение и музыку, способность которой и я от него унаследовал. Иногда мне кажется, что сложись иначе обстоятельства моего детства, я был бы музыкантом. Замечательно также, что когда я 9 лет от роду начал писать стихи, они хромали во всех отношениях, кроме метрического. И размер у меня всегда был безошибочен, хотя о теории стихосложения я и понятия не имел. Думаю, что это результат моих музыкальных способностей. История моего детства – история грустная и темная. Я мало могу сообщить подробностей и об обстоятельствах, сопровождавших мои первые жизненные шаги, так как тогда, будучи ребенком, я многого не понимал, а потом расспросить мне было некого. Да, по правде сказать, и не хотелось много расспрашивать. Родился я 14 декабря 1862 года в Петербурге. Затем мать и отец увезли меня, год спустя после моего рождения, в Киев. Отец вскоре умер, так что моя сестра Анна, моложе меня 1,5 года, родилась уже после его смерти. В Киеве я помню наше семейство слитым с семейством некоего Фурсова, у которого мать моя жила экономкой и учительницей его дочери. Когда мне было 7 лет, мать моя, рассорившись с Фурсовыми, уезжает в Петербург. Я поступаю в приготовительный класс первой классической гимназии. Мы живем у моего дяди, брата матери, Диодора Степановича Мамонтова, теперь уже умершего. Впечатления мои у него опять главным образом музыкальные, так как дядя играл на виолончели. У него собирались квартеты, музыка была серьезная и хорошая. Вскоре мать, больная чахоткой, выходит вторично замуж за Николая Гавриловича Фомина, управляющего киевским отделением Российского общества страхования и транспортирования кладей, и уезжает с мужем в Киев. Меня переводят в киевскую гимназию, вторую классическую. Во время каникул на даче под Киевом отчим мой в припадке умопомешательства вешается. После многих семейных сцен, вконец измучивших мою больную мать. Мы остаемся в Киеве без всяких средств и испытываем все ужасы нужды и всю тяжесть помощи добрых людей, к числу которых принадлежали мать и брат моего покойного отца, жителя Киева. Так дело тянется до зимы, когда другой мой дядя, брат матери, Илья Степанович Мамонтов, высылает нам деньги и снова вызывает нас в Петербург. Тут в 1872 году меня отдают пансионерам во вторую военную гимназию, теперь второй кадетский корпус, а сестру мою в Николаевский институт. Мать в эту же зиму, правильнее, весною 1873 года умирает, не оставив нам с сестрой почти ничего. Меня берет под свое попечение Илья Степанович Мамонтов, сестру
Диодор Степанович Мамонтов, о котором я уже упоминал. Братья-матери. Мы растем розно. В 1879 году я окончаю курс в гимназии и поступаю в Павловское военное училище. Но еще до начала учебных занятий болезнь груди принуждает меня, будучи юнкером, отправиться на Кавказ, в Тифлис, где я провожу зиму и лето 1880 года. Осенью возвращаюсь в училище, кончаю курс через 2 года и выхожу в 1882 году подпоручиком в Каспийский полк в Кронштадт. Болезнь груди, получившая свое дальнейшее развитие и пламенное личное желание, принуждает меня покинуть службу в 1884 году и выйти в отставку. Лето я отдыхаю, проводя его у Алексея Николаевича Плещеева на его даче по Варшавской железной дороге. Но отдых мне идет не впрок, и я, уже занявший было место секретаря редакции в газете «Недели», которое добыл с большим трудом и которым был вполне доволен, должен был покинуть его и по совету врачей на средства, доставленные мне участием и хлопотами моих друзей, главным образом Александрой Аркадьевной Давыдовой и доктором Бертенсоном, должен уехать за границу, в Висбаден и Канн, чтобы отсрочить на некоторое время свой смертный приговор. Веселенький пейзажик. Такова фактическая сторона моей микроскопической жизни. Теперь расскажу литературную и душевную. 4 лет я уже читал по-русски. В семье до смерти матери я был маленьким чудом и маленьким деспотом. Мать меня любила до безумия. Я был болезненный, впечатлительный ребенок с детскими рыцарскими взглядами, благодаря раннему чтению и идеализму матери. Поступление в корпус было первым моим серьезным горем. В 1 классе я уже мечтал о писательстве. Мне было 9 лет. Тогда уже я проглотил почти всю детскую литературу. Майн Рида, Жюля Верна, Густава Эмара, знал наизусть почти всего Пушкина и сам писал прозы и рассказы, героем которых был некий благородный Ваня. После смерти матери жить мне стало очень тяжело. С одной стороны, меня не любили в корпусе, так как я чувствовал себя развитее товарищей, чего не мог им не показать из болезненно развитого самолюбия. С другой, мне тоже жилось неважно и у дяди, хотя он и тетка по-своему меня очень любили и только из врожденной сдержанности не хотели обнаруживать своих чувств, а я привык ко всеобщему поклонению. Холодность между мной и семейством дяди прогрессивно увеличивалась, в особенности в последние годы моего пребывания в гимназии, когда мои идеалы и взгляды стали резко отталкивать меня от военной службы, в которую прочил меня дядя. Думаю, что эта служба главным образом и съела мое здоровье. Во 2 классе гимназии я начал уже писать стихами, в подражание стихам моего двоюродного брата Медникова, который был 2 годами старше меня и которого все хвалили за талант, вскоре, впрочем, без следа исчезнувший. В 1-й раз я решился показать свое стихотворение учителю, будучи в 5-м классе. Живо помню его рецензию на мой кровожадный «Сон Иоанна Грозного». Язык образный, есть вымысел и мысль, только некоторые стихи неудобны в стилистическом отношении. В 5-м же классе я начал печатать в журнале «Свет» Вагнера и в 1-й раз полюбил. Воспоминание о предмете моей любви останется навсегда одним из самых светлых в моей жизни. И я памяти посвящаю теперь и мою книжку. Памяти Н.М.Д. На 2-й год обо мне в 1-й раз была рецензия в «Петербургских ведомостях», где преувеличенно хвалили одно из моих стихотворений «Христианка». В 2-м году, 1879, я испытал 1-е литературное торжество, читая на концерте в гимназии другое свое стихотворение «Иуда», имевшее шумный успех. Его впоследствии без моего позволения напечатали в «Мысли» Оболенского. А зачем я печатал в «Слове»? В 1882 году со мной пожелал познакомиться Алексей Николаевич Плещеев, открывший мне дорогу сначала в «Отечественные записки», где я дебютировал 3 стихотворениями, а потом и в другие журналы. Его я считаю своим литературным крестным отцом и бесконечно обязан его теплоте, вкусу и образованию,
воспитавшим мою музу. Все лучшее из написанного мною вошло в книжку. В 1884 году начал умирать. Затем честь имею кланяться. Благодарю за честь. 29 сентября 1884 года. Санкт-Петербург. Читано летом на Хитровке. По изданию. Полное собрание сочинений Семена Яковлевича Надсона. Под редакцией Марии Ватсон. Том 2. Петроград. Издание товарищества «Маркс», 1917 год.